Сегодня я в городе Омске, на Иртышской набережной вот хожу гуляю. Иртышская набережная, центр города Омска. Так, здесь что у нас? Центр, фрегат какой-то. А это вот река Иртыш большая и город Омск. Приехал вчера вечером, переночевал здесь. И сегодня у нас 12 часов мероприятия. Пригласили поучаствовать. Город Омск — это наш областной центр. Сейчас вот время 8 часов утра. Вышел погулять. Посмотрите Иртышскую набережную. Вот так вот. Небо темное сегодня. Накапал минут 10 дождик. А у нас дождика не было. В деревне. Звонил сейчас в деревню. Сегодня же приеду вечером в деревню. Ну, попаду, надеюсь, потому что во сколько закончится мероприятие, надо еще успеть приехать. Здесь по городу пробки тоже, то там, то там. Но надеюсь, что сегодня в субботу пробок будет меньше. Потому что суббота — выходной день. До обеда, может быть, поменьше будет. Машины ездят, летают туда-сюда. Так вот, ладно. Еще поснимаю чуть-чуть. Так, здесь рыбачат рыбаки. Ну вот. Рыбаки рыбачат, там бакины стоят. Красный, белый. Так, подцепил сейчас микрофон. Вот, потому что ветер дует. Дует ветер, будет задувать, боюсь, камеру. Вот так. Тут какая-то смотровая площадка. О, высокая какая площадка. О, тут какие-то надписи. Так, вот такой вот, такая у нас набережная Иртышская. Плиточкой выложено все. Здесь вот кирпичиками. Ну, тут центр, люди вроде как отдыхают. Вот так вот. Так. На той стороне какие-то знаки стоят. А, что-то там парковаться нельзя для кораблей. Прикольный знак. Ну вот. Да, вот так вот. Надо было. Вчера приехал вечером, снимать некогда было. Пока туда-сюда. Да, купил жесткий диск для компьютера за 3500 рублей. 3499. Так что теперь компьютер освобожу от файлов, перекину их на жесткий диск, а то вдруг компьютер крякнет. Работает года 2 или 3, не крякает. Вот такая вот система. О. А здесь тоже вот нижний ряд такой площадки смотровой. Парню даже что-то попало. Так, что там?
на мосту. Ходят составы какие-то. Что-то перевозят. Ладно, друзья мои, прервусь. Следующее включение будет, наверное, в Доме ветеранов, где у нас будет мероприятие проходить. Там включусь и покажу вам все. А сейчас времени. Время сейчас только еще 8:24. Пойду домой, попью чаю и буду собираться. Хотя что мне собираться? Сумку взял, одну другую, видеокамеру, штатив и пошел собираться. Собираться мало чего есть. Так, областной дом ветеранов. Такая приемная. Газетки лежат, которые мы распространяем. Так, а сейчас нас будут спрашивать, кто вы. Так, занимаем этот стол на втором этаже. Люди подходят уже. Люди подходят здесь. Экспозиции такие интересные. Ладно, сейчас поснимаем чуть-чуть попозже, а сейчас надо разложить. Здесь такие вот эти, как разложить, фотографии. Приехал я сюда с фотографиями. Все это в такой папочке. Так. Так. Ну вот, фотографии разложены. Такие у нас фотографии. Это вот. Я не знаю, как я первый раз участвую. Правильно сделали. Правильно, все подписано. Только единственное, что вот гадал, какой, когда это вот. А это? Вот этот, ну это наверняка осень. Года. Это вот осень. Да, конечно, да, да. Это тоже осень. Это тоже осень, заготовка. Это все практически. Вот это ваша мама, да? Да. Это жена? Сельские будни семьи, в лесу заготовка дров, мама и супруга Елена. Так,
Елена. Сейчас я ее сразу запишу. Елена, отчество. Степанова. А это, так понимаю, это вы за трактором тут сидите? Нет, там подписан снизу. А, сын Дмитрий. И обедает с внуками. Какая красота! Внуку-то сколько лет сыну? Ему сыну... Да, Дмитрию. Да, ему 19 лет. Тоже механизатор или нет? Или куда-то? Студент Сибади. Вот здесь учится у нас, да? Да. На первом, на втором курсе. Ну, где сейчас два закончилось. Да. Здравствуйте. 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 Представится? Конечно. Муромцевский район. Так, Муромцева. Подожди, сейчас немножко. Вот у меня молодцы. Ну, Север вообще молодец. Так, Муромцева. Вы у меня по прикладному? Нет. Вокал. А, вокал? Вокал – это музыкант, девочки. Я сейчас много вас фотографирую. Ну, сфотографирую, не запишу. Отмечу. Хорошо. Так, с фотографиями. Сейчас я спущусь. Несу грибочки и ягодки. Да. Грибы уже пошли у вас, нет? Нет, это... Нет? Уже... Мы вот недавно были в Колосовке. Это много лет назад, маленький еще. И друг Никита. Отлично. Ну, согласно положению, было написано 10 фотографий. Я да, совершенно верно. И не надо больше, уже сразу видно. Видно быт где? Ну, быт мы можем считать, что вот это быт. То есть видим, что чем ваша семья занята, что у вас рабочая семья. То есть, в принципе, все позиции видны. Много не надо, потому что это же... А мы ее видим. Отлично. Ну, ждите. Придет член, этот сам член жюри, профессионал. Посмотрим. Так, Ирина. Так, сказали, придет член, профессионал, посмотрит. Так. Здесь такие штуки. Люди приходят, раскладываются. Возможно снимать? Рано еще. Рано еще? Команда будет. Мы тут не шибко размахнулись, это займем весь зал. Давай. Больше бросовые или уже мы стали современной техникой изучать? Поэтому от природного уже отошли в основном. Ага, ясно. Так, все. Сегодня у нас профессионалы работают, жюри, художники высшего класса, фотографы, профессионалы. Так что, ну, получается, и детские привезли? Конечно, конечно. Так вы же семья. И мать, и мать. Да, все правильно, все правильно. Обязательно. Ну, а сейчас вам сделаем. Сейчас я уже шутки, когда она вам сделает. Вот сюда прям. Семья какая-то такая. Так. Так, еще посмотрим интересные вещи.
вещи такие здесь, экспозиции. Такие экспозиции здесь интересные. Тут еще поездка в Москву. Ух, какой здесь зал огромный. Так тут здесь тоже расположены такие вот. Памятка воина-интернационалиста. Форма военная старого образца ПШ. Так, вот тут фотографии. Тут элементы ППШ, пистолет пулемета, фляжка, так, тут штык винтовки ржавый, все здесь тоже. Элементы бывшие. Гранатомет противотанковый, каска. Так, интересно. Так, это у нас Муромцево, да? Вы все из Муромцева, да? Да. Значит, и вы тоже из Муромцева, да? Я не вижу.
Люди подъезжают. Люди подъезжают. Интересно, много здесь материала. Кому-то интересно, неинтересно. А мне интересно, к примеру, здесь не был ни разу. Первый раз. Блин, отражается. Экспозиция.